Всем привет! Продолжаем осваивать iPad. Как создавать папки на рабочем столе? На Windows я привык создавать сначала папку на рабочем столе, а потом закидывать в нее файлы, ссылки и так далее. Вот, например, вот папка. Или вот папка. В этой папке есть какие-то ссылки, да? Папка может состоять из нескольких страниц. То есть вот первая страница здесь, на здесь две точки. Здесь две точки, одна активная. На вторую точку, чтобы перейти, мы ее просто перелистываем. На одной страничке может располагаться 9 ссылок. Так как же делать такие папки? Делаются они не так, как в Windows, то есть сначала папка не создается, а делается это очень просто. Подводите, вот вы хотите в папку объединить, например, вот эти 5 программ. Подводите их к программе пальцем и держите. Появляется дрожание этой ссылки. Вы берете эту ссылку пальцем и переносите на другую ссылку. Во время переноса создается папка. Система сама предлагает вам название, исходя из примерного смысла этих ссылок, но вы можете это название поменять, нажав пальцем и напечатав свое название. Если вы не хотите ничего менять, все оставляете так. Все. Дальше, чтобы вернуться в обычный режим, нажимаете клавишу «Домой», и папка создана. Папка «Настольная» называется. Чтобы еще докинуть сюда, берете, держите пальцем до появления дрожания, потом переносите в эту папку. Клавиша Home и возврат. Так вы можете переносить сюда разные ссылки. Как перенести с другой страницы? Также сделали дрожащий ссылку, подносите к краю и перескакиваете на другую страницу. То есть, когда вы переносите к краю, вы автоматически перескакиваете и в папку кладете. Чтобы удалить из этой папки, убрать на рабочий стол или отдельно, чтобы оно было, опять подносите, дрожит, вынесли, все. Чтобы полностью эту папку убрать, нужно из этой папки все ссылки вытащить. Тогда папка исчезнет. Сейчас последнюю ссылку выношу, и папка исчезает. Все, если видео вам понравилось, ставьте лайки, комментируйте. Будем дальше осваивать iPad Air. Пока!